Возвращайтесь в телевизор. Очень вас не хватает. Надоело слушать Малышу о том, что обязательно надо пить гормоны и антибиотики. Возвращение в телевизор. Возвращение в телевизор. Дело, конечно. Можно так сказать, двоякое. С одной стороны, конечно, хорошее. А с другой стороны, это дело относительно непростое. Потому что там свои люди в любой телевизионной компании, которые заинтересованы в своем продукте. Видите, и даже сейчас вот не было особо оздоровительных программ. А после того, как получилась передача «Малахов плюс», теперь практически на многих таких больших каналах обязательно что-то подобное такое присутствует. Насколько там у них удалось, я трудно судить, не знаю. Но тем не менее, для того, чтобы попасть на канал, это надо, чтобы были какие-то там знакомые, были, значит, какой-то там протеже, был какой-то интерес, были какие-то там спонсоры заинтересованы вот в этом. И тогда, глядишь, ты попадешь на канал. И мой случай, конечно, можно сказать, уникальный, потому что Эрнст меня пригласил, он меня не знал, ни по знакомству, ни так далее. Он действительно пригласил вот за то, что я знаю, то, что я умею, и, как показала практика, не ошибся.